В Беларуси в этом году произвели практически 95 тысяч тонн кондитерских изделий. На экспорт реализовано почти 18 тысяч тонн сладостей. Выручка порядка 50 миллионов долларов. Наше государство поставляет продукцию в 28 стран. Среди новых рынков – Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния и Сербия. Проблемы с обслуживанием банковских карточек могут возникнуть в Беларуси в ночь с пятницы на субботу. В период с 2 до 6 центр будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании. Не исключены сложности при расчетах в организациях торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, а также банкоматах. В стране планируют создать более 16 объектов по сортировке и переработке отходов. По данным прошлого года, на одного человека в среднем пришлось 430 килограммов мусора. Сейчас способы обращения с вторсырьем постоянно совершенствуются. За последние 5 лет расширена и модернизирована система раздельного сбора. В республике прогнозируется сильный мокрый снег, местами гололед и слабый туман. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью в выходные будет до минус 10, а днем до 2 выше нуля. ГАИ призывает к осторожности на дорогах. Белоруска Анна Соло завоевала третье место в спринтерской гонке этапа Кубка мира по биатлону, который принимает шведский Эстер Сунд. Спортсменка допустила лишь один промах и уступила победительнице австрийке чуть более 14 секунд. Следующий старт у женщин состоится 4 декабря.